То есть это место мы называли «Сзади дома». Mm-hmm. «Сзади дома». На этом месте прошло наше детство. Далее мы видим впереди поле, которое называется «Талтек». Назывался? Называлось, да. Сейчас там построили дома. Но... Район буквально на глазах вырос. Не говори. Кстати, вот... Я вот впервые вижу вообще здесь. Не хожу, не играю. Ну, получается, контейнеры, где выбрасывают мусор. Наверное, контейнеры. Это относится к пятиэтажке. Вот. Да, наверное. Да, скорее всего. 93-го дома, ага. Ну. Мне там не видно, просто там стоит парочка на трубе. Да, я тоже знаю. Знаешь ты их, да? Да. Кто так крутит любовь? Делают там. А, там делают мужики что-то, что ли? На. Че, как, где? Да, там кто-то залез, этот рабочий делает, да, что-то? По-моему. Надеюсь. Точно, точно, ладно. Сейчас мы находимся на территории, то есть не на территории, а сзади корпуса средней школы номер 6, где учится начальный класс с 1 по 4 класс. И мы сейчас не можем найти люк. Короче, мы найти люк не можем. По-моему, закрыли его уже. Вместе, блин, я уже не вижу ничего, этот снег ослепил. Вместе с собакой тусуется там. А это здесь гаражи. Раньше по ним мы прыгали здесь. Так. Идем далее. Тут беспредел. Вот мы подошли к домам, которые расположены по улице Пушкина, номер дома 286 и Кивилева. И вот печальная картина, конечно. Такая вот свалка образовалась. Здесь, как вот Алмаз говорит сейчас, да? Один контейнер всего. Ну. Хотя бы сюда нужно еще два или три контейнера. Ну хотя бы два поставить и. Хотя бы два, да. А то что-то не. Ну вот и потом говорим, проблема с собаками. Вот они, собаки лазят здесь. Надо воздушку купить, их мочить. Нет, это уже не наше дело. Вот сними его. Смотри, собака ходит, спокойно. Пес сидит. Ну здесь так же вот. Собаки все растаскали. Мусор, мусор. Сороки тебе. Ну и целый зоопарк, короче. А дальше уже начинается также продолжение улицы Пушкина. Это типа наша элита из района. Типа местная Рублевка. Раньше здесь был пустырь. Да, да. Были деревья. Точняк. А сейчас такие вот красивые дома. Опять же тоже пеноплекс. Я слышал, что здесь участки. Раньше были около 3-4 тысяч долларов. Сейчас они доходят до 7-10 тысяч долларов. За один такой участок. Вот, наверное, это готовят для продажи. Дома вы сами видите, какие здесь. Это не дома, это домище. Ага, хазы. Посмотри, грамотно. Да, хорошо поставили. Ага, сколько у него спутников, смотри. Для чего это у него интересно? Там какая-то табличка. Внимание, объект находится под видеонаблюдением, да? Под охраной. То да, разговор нет. Как? Жидель Сахше. Угу. Ну, в общем, спутников там около 6 или 7, да? Да, да. 8 даже спутников. Маленькие, 2, ага. 4, 6, 7, 8, 9, 10, да? 10 спутников? 10 тарелок, да? Да, 10 тарелок. Маленьких, о, средних, работаем. Это улица, которая идет с конечной автобуса номер, маршрута номер 5. И в сторону Хрущевки, то есть в сторону Титаника. Сейчас мы постараемся дойти туда. Интересно, на этом месте хотят построить, ну, поставить, организовать новую конечную остановку. Вон даже уже кто-то ее
пробуют. То есть инструктор обучает вождению. По-моему, он готовится новое кафе. Есть скамейки, беседка. По-моему, даже туалет есть. Но. Самое интересное, вот впереди кто-то построил уже трехэтажное такое здание. Да. Улица Семашко. Сейчас мы уже заступили на территорию хрущевки. Раньше здесь был магазин «Оружан», сейчас он не работает. Ну, дай бог, еще будет что-нибудь здесь. Конечно, конечно. Вот мы заходим во двор «Титаника», легендарный «Титаник», общежитие. Почему его называют его «Титаником»? Я даже понятия не имею. Ну, наверное, он может быть похож на «Титаник». Да. Сейчас мы поднялись на самый верхний этаж. Общежитие состоит из 4 этажей. Ух. На моих глазах здесь был такой случай, когда отсюда падал мужчина. То есть никаких ограждений практически нет. И можно посмотреть на вот такой вид, который открывается. Чекайте подальше. Ну, типичная картина новостройки. Нормально. Бывает. Колесо украли. Здесь даже свой магазин. Даже я не знаю, что это за здание такое. По-моему, оно пустует уже. Наверное, здесь торговые есть. Ага, здесь пусто. Ну, здесь написано СТО. Угу. Хо-хо. Что-то непонятно. Ходовка, наверное? Наверное. Еще одно здание такое. Здесь котельная. Санаторий, который называется Ахжанель. Попробуем сюда зайти. Вот она, территория санатория Ахжанель. Сейчас мы попробуем пройти дальше. Нам нужно выйти на улицу Каратальская. По снегу очень тяжело идти. Мы хотели пройти. Здесь раньше была дырка такая. Здесь поставили дверь. Придется перелазить. Мастер-класс от Кокенти. Мастер-класс от Кокенти. Осторожней. Дверь-то открыла. Пошли. Арестованы, да? Нам только в натуре. Как там у нас говоришь? Палок не хватает. Ну, нам только палок не хватает. Еще лыж не хватает, да? Ну. Я его знаю, где мы идем. Че? Я его знаю, говорю, где идем. Да, сейчас выйдем на санаторий, наверное. Где? На конечку 24-го маршрута. Опа. Тут виден, видна территория детского санатория. Идем дальше. Прошли на территорию этого санатория.
И нам нужно выйти на конечную маршрута номер 24. Все ухожено, все аккуратно, территория чистая, приятно. А вот она уже, сама конечная остановка. Туалет есть там даже. Автобусы, спринтеры, газели. Здесь дома. Там кто-то построил теплицы. Одна собака, причем здоровая такая. Улица Каратальская. Кто-то здесь забыл велосипед. Ну ладно, трогать не будем, все равно мы на него не залезем, пойдем дальше. Совсем недавно здесь построили остановку. Эта улица вообще сильно развивается, асфальт, пешеходы, пешеходные переходы, все что угодно, все что нужно для жизни. А в этом реке уже, наверное, мы раньше купались, прыгали с этого моста. Это шлюзы, мы их называли морговыми шлюзами. Там можно было купаться. И сейчас мы зайдем на территорию областной больницы. Здесь магазин ритуальный, дальше морг городской. Идем. Раньше здесь был сад, были деревья. Почти целый лес, сейчас ничего не осталось. А это здание, по-моему, это здесь Кожвен, да? Это здание было заброшено. Мы еще, помню, залазили на вот там. Здесь круглая лестница. Залазили там, играли в карты. Справа эндокринология, слева детская больница за забором там. И сейчас мы выходим на конечную остановку 5-го маршрута, 12-го маршрута. Ерме, как тебе наш на район, район новостройки? Все нормально? Конечно. Да. А это легендарный зеленый двор. Зеленым называется потому, что этот дом раньше был зеленым, сейчас он желто-зеленый. Вон кошак залез. Здесь переход такой. Вон моя бабушка пошла выносить мусор. В этом переходе часто можно увидеть лужи, мочи всякой. Так, мы обратно вернулись, да? Улица Пушкина. Идем дальше. Сейчас мы постараемся дойти до того места, которое раньше называлось ДХЦ. Ты меня снимаешь? Конечно. Здесь расположены гаражи. Раньше здесь были сарайки. Кто-то держал свое барахло. Но было такое. Сейчас пустое место. Собаки, мусор, свалка. Даже засыпаю здесь свою залу, бывший погреб. Да. А дальше идет, раньше вот, как вы видите, за гаражами, то есть между сарайками и гаражами место было. Пойдем поближе. Здесь
раньше была большая свалка. Более 10 лет здесь была свалка после обращения в Акимат и в партию Нур-Отан. Эту свалку убрали. И вот единственное, что в интернете это гуляло, то есть вот такая надпись. Здесь написано: Аллах, Бог видит, делает, видит, кто делает зло. Не бросайте свой мусор соседям, Господи, помоги, останови. Вот такой вот мотивирующая фраза. Пойдем дальше. Сейчас, вот как вы видите, этой свалки нету, но из, по-моему, частных домов, где есть печное отопление, все-таки оставляет свою залу. Да. Тебе живет она на новостройке? Нормально, я уже переезжаю. Куда переезжаешь? Ну, в городе, в другое место. А, в другое место? Да. Вообще, вот твое мнение о нашем районе? Ну, район хороший, такой этот, оптимистичный. В общем, район мне нравится. Я здесь жил, я здесь 12 лет жил. Ну, нормально здесь район, мне нравится. Я вот сам не хочу оттуда переезжать, но такого у нас условия пока что, вот. Поэтому переезжаем. Все хорошо, спасибо. Сейчас мы вот заступили на территорию такого, так сказать, футбольного поля. Мы раньше здесь играли в футбол. Да. Здесь есть, в принципе, такие вот маленькие ворота из этих. Из этого мы делали ворота. Есть возможность поставить баскетбольное кольцо. Есть карусель. По-моему, она крутится. Даже на ней прокачусь. Алмаз, ну что там, подтолкни, братуха. Давай, 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 давай. В общем, вот так вот мы здесь живем. Здесь есть два железных стола для настольного тенниса. Пойдем. И зимой, и летом здесь можно организовать маленькие турниры. Есть турник раз, есть турник два. Ну, конечно, покрасить бы не мешало. Да, конечно. Помешало бы. Да. И мы сейчас подходим к теплым трубам. К теплым трубам, где местная молодежь часто проводит свое время. Пошли. Да, вот так вот здесь проводится и время. Сами видите, все. Вот так вот примерно все и выглядит. В принципе, все. Вот сегодня мы прошлись впервые. Это видео сделано впервые. Постараемся дальше еще продолжить наш, так сказать, блог-тур. Спасибо Алмасу Дайбергенову, парню с моего района, с моей новостройки, за то, что он составил мне компанию. Вот он стоит. Алмаз, от тебя пару слов. Что мне сказать? Наш район процветает. Спасибо Акимату, городу нашему. Спасибо нашим людям, живущим в этом городе. Спасибо вам, подписчики сообщества Талдыкурганец. Спасибо братухе, что он организовал такое сообщество большое. Ну, что еще добавить? Живем хорошо. Спасибо Господу, спасибо нашему Всевышнему, что живем каждому дню. Благодарен всем.